Только сели поесть. Как обычно, подъем. Вот молчала час. Только сели. Огонь. Все в лучших традициях. Только за обед. Да. Не дают сесть, реально не дают сесть. Акунидзе. Ну мы им сейчас устроим. Месть. Сейчас будет жесткая месть. Куда-то в траву увел. Ну что-то он далековато уводит, блядь. Все, я больше не полезу через стол, блядь. Я полезу. Давай, Михаил, залазь. Просто лезть не надо, Гриш. Смотреть пока. Ну, да, ну да. Ближайший хотя бы 10 минут. Хлеб надо? Хлеб он есть. Нет. Вот булка. Нарезан. Ну, на вскидку грамм 13. 17, наверное. Грамм 13, мне кажется. 17 много. Ну, до 15. Ну, ну как, джиголовку берешь, 18, она тяжелая. Да. Нет. Да, где-то грамм 13-15. Тут же видишь, два металла, а заливка-то эта. А прикинь, поймать такого. На Исее вот такие тоже есть. Ну, вот я же в Инстаграм тебя скидывал. Угу. Ты ушел вот так. Так, у Димы горит, но он решил докушать и потом пойти. Сейчас они с Мишей пойдут и проверят, и покажут вам, что там. Замерзла. Это такая же ерунда. На улице где-то около 20. Там жерлицы. Расставился полностью вдоль берега. Три щучки взяли. Ничего, пока. Теперь вечерочку ждем. Время где-то 3 часа. Че там? Может, залива начнем? Да там стопудово. Живец, че, тут есть? Взял. Есть. А, ну, сука, отпустила. Да ну. А, блядь, вначале взяла, короче, отпустила. Прям почувствовал вибрацию такую. Сука, отпустила, блядь. Да ты чё, блядь? Ну? Хорошая? Ну такая, наверное, киушная. Всё, пойдёт. Меньше, да? Да, прям. Чух! Сразу смотри. Заряжай. Ну как?
наконец-то распечатался. Все, выключил? Да. Давай вот эту тащи сюда. Димас, ну тут отвечаю, она потерялся вот этот вот твой. Как ты предполагал, что две тебя. Ну может быть это не та, которую ты предполагал. Но это опять же доказывает тот факт, что эти катушки беспонтовые, и в итоге они подведут рано или поздно. Конечно, если брать хорошие, дорогие, вот как вот на этой жерлице. У Димы, кстати, тоже. Вот такая. Ну, пока она служит вот второй год, ничего неплохо. Давай, Петрович, не подводи. Давайте здесь я подожду. Хау. Я тебя здесь подожду. Где? Вот здесь. Да. Ходи, живец у нас есть. Ходи, два это, две жерлицы возьми, Димкин. Сразу забурим и поставим. А потом их забираем. А две какие? Одна свободная. Димина. Ну? Одна-то сломанная. Катушка ебанутая, без болтика. Ну давай одну туда принеси, посмотрим, будет играть, нет. Тут? Ставим окуня. Попробуй, я все пробую. Это под камышом, смотри. Смотри, смотри, что творится. Охренеть. Вечереет. Что такое, да? Это жарёшная. За сегодня взяли 4 щуки. Щучки. Ну и ничего, начали мы поздно. Пару окуней с лунки. Ну, будем надеяться, что сейчас мы еще что-нибудь поймаем. Все-таки. И завтра утро нам даст. В итоге мы домой приедем с рыбой. Так, сейчас мы переставились. Конкретно с Мишей переставились. С этого края сюда сместились. И пошли вот сюда и вон в тот угол. Короче, смотрим. Пока переставлялись, одну поклевку, да, сняли. Ужин. Настоящего мужика. Будем ужинать.
настоящий ужин. Надо убавлять. Переворачивать, когда будет? Попозже сейчас, пусть зарумяется. Скажешь, когда? Когда скажу, да. Да, вот ты уже прошивал, все, хорош. Ты, может, ты сам будешь готовить? Вот и все. Не-не, давай-давай, что умеешь, я здесь по стейкам не спец. Ну, его спец его нет. Ну все, тогда не будем вмешиваться и будем все шишки на него на вас потом сгружать. Вот, ну персонал, да? 4-5 сантиметров. Вот, крови нету, срезу. Да. Крови нету. Всё. Он накаляет вот такую сковородку. Вилка у миски опять же. Ну вот так я поеду. Откуда ты в сторону? Без 10-6 всего лишь. Ну, то есть мы сейчас часов 9 ляжем спать. В глазок смотрю, соседка напротив. Помогите! Меня ограбили! Голова! Соседи, откройте, помогите! И в ногу вот так дергает ручку. А я так подумал, да, если бы не закрыт был. Она бы зашла меня в трусах подняла, бы разбудила. 9:37 утра, ни одного подъема не увидели мы, один чубачок клюнул вот с утра, сейчас завтракаем, выходим на улице под тридцатку. Да, ну сколько показывает? 21 показывает в городе. В городе 21, ну здесь наверное 25. Ну еще и ветер этот противный. Да, сейчас короче позавтракаем плотно и будем собираться. Собирать всю трихомудию нашу. Так, есть у нас загарчик. Жерлицы стояли ночь. Ночью подъемов не было. Есть небольшой щучка небольшая. Солдат. Вот ночь стояли, жерлицы смотрим. Мотает, смотри. Мотает, да? Что-то получше. Давай. Да такая же. То ли доброе, то ли недоброе утро. Я бы сказал доброе, выспались, наелись. Соберемся, поедем. Время 12:16. Все уже, все собрали. Осталась палатка с полами. И уезжаем. Короче, итог. За сутки 7 щучек. Один окунек. Не густо. Ну, давление сильно высокое было, потому что щука вся в крови. Кровоточила конкретно. Все, собираемся и едем домой.